Друзья, всем привет! Хочу сегодня вас познакомить с двумя маленькими очаровашками. Их нам принесла вот эта вот бездомная кошечка. Мы ее начали подкармливать, и она своих детенышей тоже принесла к нам. Сейчас к рукам еще пока не идут, но рыженький уже начинает. Потихонечку кушают. Очень интересные, прекрасные маленькие котеночки. Может быть, кто-то захочет себе взять в семью. Мы ищем им. Они очень активные, такие как детвора. Уже поправились немножко, были очень худенькие. Кушают, любят молочко, творожок, кефирчик. Вот этот рыженький уже идет к рукам. Он более активный, более такой агрессивный. Серенький еще пока прячется. Никак не называли, потому что когда назовешь, сразу же к ним привыкаешь. Друзья, если кто-то захочет взять себе семью, пишите мне в личку. Друзья, их надо любить. Надо сразу знать, если вы захотите завести себе любое животное, за ними надо ухаживать. Это уже становится член семьи. Поэтому мы ищем им тех, кто их будет любить, кто их будет лелеять. Прелестные маленькие котята. А мама настоящая тигрица. Она сейчас вот эту территорию сделала своей и никого туда не подпускает к своим деткам. Вот этот маленький, настоящий тигренок. По деревьям уже лазает. Активные. Голубоглазый такой. Рыжик. Назовем его пока Рыжик. Кушает все. Мясо любит. Такой красавец. Мальчики это или девочки, мы не знаем, к рукам не идут. Этот все время прячется. Раз и спрятался. Раз убежал. Но издалека наблюдает. Уже есть позитив, то, что они от нас не убегают. Когда несем корм, они бегут. Заинтересовываются, вот смотрит на меня, ушки поднял, смотрит. Этот подходит ближе.